Я в эфире. С вами Ирина Маркелова-Агапова. Вышла в рощу погулять, даже селфи-палку не взяла. Тут решила провести трансляцию. Погода хорошая. Сейчас подождем людей. Сегодня я вела трансляцию буквально час назад со своей другой страницы. Потому что я раскручиваю сразу две страницы. Привет, друзья, как меня слышно? Напишите, звук хороший. Надеюсь, у меня батареи хватит провести трансляцию. Норма, хорошо. Дима, спасибо. Вот как хорошо, когда к работе не привязан человек. Захотел, например, улететь на Бали. Взял билет на самолет, улетел на Бали. Родился, например, у тебя ребенок. Оставил мужу, который работает тоже в интернете, ребенка и пошла по своим делам, к примеру, так. Вот только школа держит, например, когда учебный год, ты уже без ребенка, если нет бабушек и дедушек, не улетишь никуда в отпуск. Приходится ждать каникул. Ну, дочка у меня в 8 класс пошла. Поэтому пока у нас начинается школа. А вообще доллар, говорят, не пролезет между попой и диваном. То есть оторви попу с дивана и иди на работу. У меня почему-то доллар пролезает. Вот я, сидя на попе ровно, зарабатываю деньги. У меня очень удобное кресло, еще подушечка такая под попой лежит из гречневой шелухи. И я зарабатываю деньги в проекте «Всем миром». Я очень часто веду трансляции. Кто посещает мои трансляции, я уже много раз показывала свой кабинет, показывала вывод денег на карточку Сбербанка из единого кошелька. И так я уже делаю 5-й год, с 2013 года. И презентация проекта «Всем миром», в котором я участвую, и мой муж Борис Маркелов участвует с 2012 года, у меня в закрепленной записи. Сегодня попался мне один проект, где вход 80 рублей, тоже написали «Всем миром». И неужели кто-то ведется на такие лохотроны? А нам еще говорят, что вход дорогой. $100 – это недорогой вход. Зато вы будете получать по 10, по 5 и по 15 долларов. А там, где вход 80 рублей, будете получать 10 рублей. Это много? И эти проекты по 3-4 месяца работают, нахапают себе копеечек и потом закрываются. Очень много таких людей, которые верят в сказки, бегают по проектам, где вход 200 рублей, 80 рублей, 500 рублей, и думают, что они там что-то заработают. Еще как-то попадался мне сайт, мой отзыв скопировали, и сайт такой прям как «Всем миром», и туда поставили. Потом мне люди пишут: «Ира, ты что, в лохотрон подалась? Там твой отзыв». И, кстати, Бориса отзыв моего мужа взяли, тоже его фотографию вызвали, написали от него там слова, как будто он в этом проекте, что он его хвалит. Ну, мы, конечно, жалобу писали. Я в проекте «Всем миром», поэтому если вы где-то меня увидели на лоховском сайте, я человек популярный в интернете, не верьте, это не так. Я только в проекте «Всем миром» Whole World, который работает с 2011 года, и больше нигде. Поэтому, если вы хотите, не вставая с дивана, зарабатывать деньги, милости просим. Это я просто в рощу вышла, встала с дивана, потому что я считаю, что 10 тысяч шагов надо делать каждый день. Ах, нет, какая разница, какая попа. Все равно я считаю, что человек должен работать на себя, жить для себя и для своих близких, выполнять свои мечты и свои цели. Не которые начальник себе эти цели создает, а люди исполняют, которые работают на начальство. Я тоже много лет отпахала, я 17 лет отпахала на парикмахера, и 2 года я работала учителем начальных классов. Моих нервов не хватило на детей,
Пусть с ними занимаются учителя, которые безумно любят свою работу и готовы за 15, за 20 тысяч работать. Да, такие люди тоже нужны. Не всем дано работать в интернете. И так никогда не будет. Кто-то должен печь хлеб, кто-то должен подметать подъезды и учить наших детей и быть водителями, которые нас будут возить в аэропорт, когда мы куда-то улетаем на отдых. Я считаю так, но а тот, кто готов, у кого сильная сила воли, кто вольный человек, кто, например, будет перебирать колоду и год перебирать, два, три, и пока не найдет, например, два или три козырных туза, которые сделают его долларовыми миллиардерами, человек не становится. Я уже стала рублевым миллионером. Мне говорят: Ира, почему ты до сих пор работаешь? Работаю я, потому что мне заниматься больше нечем. Я на наемную работу не хожу уже несколько лет. У меня есть еще один источник пассивного дохода – облачный майнинг. Но в проекте «Всем миром» я уже построила структуру, она мне приносит доход. Но я хочу быть долларовым миллиардером или миллионером, ездить по всему свету и иметь таунхаус, потому что трехкомнатную квартиру я уже купила и сделала там ремонт. Исполнять дальше мечты. Вообще, это моя жизнь. Снимать видео, проводить трансляции, которые приносят доход, мне это просто нравится. Я пищу от этого. Так что заканчиваем. Всем пока.